Пока не начали. У вас страховка имеется? Чего? Зубы застрахованы хотя бы. О. Парни, больница далеко или близко? Да, здесь неподалеку, пару минут. Я просто погладил. Ты в порядке? Значит, драться любите. Побеждали? В драке нет победителей. Тут тебе не гостиница, приятель. Простите, я только... Один друг предложил мне поговорить с тобой. У меня заведение рядом с Флорида Кис. В последнее время всякая нечисть туда повадилась. Готова заплатить хорошие бабки. Судя по твоей тачке, ты на мели. А мне она нравится. А ты подумай. А я тебя знаю, Элвин Долтон. Я твой фанат. У того парня нож под футболкой. Сделай шаг назад и вмажь ему по морде. Все получится? Что там еще за вышибал? О, он классно движется, будто мистер Роджерс, а потом такой резко исчезает. Ну, в общем, парень зачетный. Бранд хочет отобрать у меня заведение. Решил построить там какой-то курорт. Обязаны предупредить. Некоторые привыкли добиваться своего определенным способом. Эй, ребят! Похоже, у вас тут обойная вечеринка! Долтон! Есть один совет! Не позволяй заведению закрыться! Дай угадаю. Будешь шантажировать? Прикажешь уматывать из города? У меня ощущение, что на тебя просто так не сядешь. Когда Нокс работает, конец всему, детка. Меня трудно вывести из себя. Но если уж вывели, всем пизда. Люди вокруг кажутся такими агрессивными. Это один из ваших? Да не, я просто руку ему сломал.